Друзья, только у меня звука нет. Прошу прощения. Или еще кто? У меня звука нет. У меня тоже нет звука. Я написала в чат. Я тоже ничего не слышу. Друзья, потому что внимательность – это наш конек. И как важно вот проверять все моменты. Да? Спасибо огромное, Саша, что сказал про звук. А то бы мы сейчас полчаса провели. Мы сейчас все рассказали вам. И... немое кино. Все здорово, все слышно, да? Микрофон включили, класс. Все слышно. Ага, спасибо. И мы рады, что заканчивается август, заканчивается бизнес-год в компании Siberian Wellness, и наша задача с вами сейчас на полных парах, на всех парах вот ракетную свою команду подключить и завершить этот август, этот бизнес-год. И мы расскажем немножко, коснемся того, что ждет нас 1 сентября. Вы уже видели, да, что нововведение. И это всегда на новый взлет 100%. Это мы с вами себе запланируем и обеспечим. И самое главное у нас сейчас сфокусироваться именно на завершении года. И у нас сегодня основные три темы. Вот завершение бизнес-года, что нам нужно сделать, успеть в августе. Вторая наша тема – это новый наш проект с 3 сентября, но включаемся в него мы уже сейчас, с 25 по 31. Это будет круто, это такой хак, мы хакнем вот все, что только возможно. Поэтому, друзья, сейчас расскажем. И, конечно же, это Питер. То, для чего нужно ехать в Питер. Кто едет, я вас уже заранее поздравляю. Я хочу начать с темы, кто такой наставник и что он должен делать и чего он не должен делать. Когда мы приходим в Сибирское, мы приходим к своему наставнику в команду, и при этом мы сами автоматически становимся наставником для тех людей, которые пойдут за нами. Это наши клиенты, это наши партнеры, и мы все тут самостоятельные, каждый ведет бизнес сам, как он хочет, сам отслеживает свои программы, участие и так далее. И мы всегда топим вот с самого начала, да, как мы пришли, мы за то, что все самостоятельные, и они смотрят, по каким программам, клубам они идут. Но бывает такое, что люди забывают, люди не ведут активно бизнес так, как мы, именно как бизнес, а они просто VIP-клиенты. Они такие же клиенты-покупатели, но они просто участвуют как партнеры в клубе 200, в клубе 1000, в каких-то еще программах, которые мы в команде запускаем. Ну, постоянство. Ну, постоянство клиентов. И случается так, что они живут свою жизнь. Для них месяц протекает очень быстро, динамично в своей жизни. Они просто забывают, что им важно доделать свой заказ там, до 50 баллов по клубу постоянства. Сделать 200 баллов и забрать свой набор. Доделать до клуба 1000 или активироваться, да, сделать личные 100 баллов, чтобы продолжить и завершить копибаллы за лето. И наша задача с вами как наставников, именно как бережных наставников, просто позаботиться о тех людях, которые пошли за вами. Я каждый месяц в завершении месяца пишу тем, кто уже идет по клубу постоянства, я их поздравляю, тем, кому нужно чуть-чуть добавить, я им отправляю сообщение в личку по электронной почте, в личку, в Телеграм. Это я делаю своим людям, да, в своих отчетах ваших людей я не вижу, поэтому, конечно же, им я не пишу. И тем, кто идут по клубу 200, да, чтобы они не забыли забрать свой набор, что им нужно доделать, что я просматриваю глубину. Если, например, это бывает же такое, что вот есть клиент, она делает там даже 500 баллов групповых. Есть она, и под ней там 5 клиентов и один бизнес-партнер. Но она не строит бизнес, она их особо не информирует. Она просто берет себе, и она как человек, вестник, она поделилась со своим окружением, они зарегались, но они остались немножко как бы не у дел, потому что она о них не заботится как наставник. Поэтому наша задача какова в таком случае? Зайти в бэк-офис, увидеть всю эту глубину этих людей, добавить к себе в контакты, написать им, познакомиться и проинформировать, какие программы есть, где могут поучаствовать эти люди, что они могут перейти в партнеры, что они могут получить то-то, то-то, то-то и так далее. То есть наша задача быть бережным наставником и позаботиться о всех,
всем своем роде, да, в сибирском, быть таким, вы знаете, заботливым родоначальником. Да, я хочу сказать, потому что благодаря вот именно тому, у меня аж мурашки сейчас идут, тому, что Ксения сейчас о чем говорит, что позаботиться о том, кто внизу, кто в глубине у вас, благодаря вот такому заботливому звонку от наставника, которая была чуть-чуть выше, чем непосредственно девушка. Да, ты вспомнила? Девушка, к которой Ксения оформилась, к Полине, ну, совершенно как бы так. Давай я сейчас с самого начала расскажу просто, давайте, как вот такой звонок или сообщение может повлиять на вашу, на вашу судьбу как наставника и как лидера, и на судьбу того человека, кому вы маякнули про это. Прошлый год, февраль, мы были в состоянии того, паники, что нужно менять компанию, что-то в жизни менять и куда-то переходить. Мы еще не были в Сибирском. Но так случилось, что за месяц до того, как мы осознанно пришли в Сибирск, за месяц я зарегистрировалась к своей клиентке по браслетам, к Полине Кистиной. Я зарегистрировалась, чтобы брать Омегу. Я сделала на 100 баллов заказ в январе прошлого года. Естественно, я вообще не думала про программу «Клуб постоянства», я не знала о ней. Мне просто никто купила про это не сказал. Да. Я просто купила, заказала в интернете, я увидела, что есть кэшбэк 15%, я люблю все эти штуки, и заказала для себя. В конце февраля, 26 числа, позвонила вышестоящий наш наставник Любовь Васильевна и сказала: «Ксения, вы как клиент, вы идете по клубу постоянства, чтобы вам не потерять свой подарок, вам важно сделать минимальный заказ на 50 баллов». И я начала расспрашивать, а как и что, а как и что, и буквально 8 марта мы сделали 200 баллов заказ и перешли в статус бизнес-партнера, и я, и Юлианна вот в один день, благодаря тому звонку, который поступил в конце февраля. И что сейчас выросло с того звонка? 3000 судьбоносным в жизни каждого из вас. Вы пришли в команду, в эту компанию, благодаря тому единственному звонку. И вот сейчас, когда вы будете заходить в бэк-офис, смотреть своих людей, и вот с этим посылом писать людям о том, что я вам писала, да, сейчас сообщение в нашем чате команды, прислала образцы, которые я отправляю, вот сегодня буквально отправляла с утра, кому-то просто я в личку аудио диктовала, есть у нас сейчас вот Ирина, да, на эфире Степанова, я ей тоже писала, что ты идешь по клубу тысячи, обрати внимание на то-то и так далее. И так каждому, кому важно было что-то где-то подтянуть, чтобы люди просто не упустили. И я это делаю не потому, что мне надо там баллы собрать. Я свое заработаю, мне компания щедро за все заплатит. Я это делаю ради людей, с тем посылом, чтобы люди просто, ну, в своей жизненной суете не потеряли все возможности. И это, к слову, о том, если у кого-то возникнет мысль, а как не навязываться? Все зависит от посыла, от намерения, с каким вы к людям идете. Когда вы внутри открываете свое сердце и идете вот искренне с тем, что, знаешь, я хочу тебе просто подсветить, чтобы твоя жизнь лучше стала, что ты можешь вот это получить. Люди это чувствуют от каждого вашего сообщения, с каким посылом вы идете. Так же, как и вы же чувствуете этот посыл. И вот сегодня, вы знаете, наш такой посыл от наставника к наставникам, да, передаем вам это, чтобы вы бережно вот эти 6 дней завершения месяца проделали вот в таком состоянии любви, удовольствия, и выросли в рангах, выросли в чеках, выросли в качестве своей жизни просто от одного принятого решения сегодня. И мы запускаем... А, еще хотели сказать, знаете, обратить ваше внимание на то, что с 1 сентября обновляется программа. Я всегда так радуюсь, я всегда в таком предвкушении, думаю, что же новое там замутят вообще, какие там будут, это же новый движ, это новый повод с каждым пообщаться, вот новая энергия, да, кто будет на волне. Так вот, компания запускает и рекрутинговые акции, и обновление, там есть кое-что по маркетинг-плану, то есть есть моменты, которых не было до этого, улучшается программа «Клуб тысяча» по многочисленным просьбам партнеров, лидеров.
многие писали, что ранее был клуб 500, и он очень хорошо людей, ну, поддерживал. И сейчас в клуб 1000 можно будет войти вновь с сентября с 500 баллов. И там будет два вида сертификатов. Когда у вас 12 сертификатов и 24 сертификата, снежинки, в общем, все вы там обмениваете, получаете хорошие деньги. Да, это мы уже углубимся во все в начале сентября. Плюс у вас была возможность, в чате Юлиана присылала листовку, по которой вы можете пройти, нюансы все эти посмотреть, примеры и так далее. И у нас завершился бонус наставника, то, что было вот в этом году. И это тоже верный шаг, он уже претерпел некоторые изменения и будет по-другому немножко моменты таких вот премий дополнительных, да, дополнительных премий за наставничество. И почему мы сейчас про это говорим? Смотрите, с сентября бонуса наставника не будет. Но те, кто сейчас в августе переводит своих клиентов в бизнес-партнеры, они идут по клубу 200, и вы начинаете получать бонус наставника, вы успеваете в течение 6 месяцев продолжить получать этот бонус наставника. Те, кто уже получает, там, второй месяц, третий, пятый, да, вы пока программа идет у вашего партнера, пока вы получаете, в следующем году вы также продолжите получать. То есть на вас ничего не оборвется, не переживайте, продолжаем действовать по той же схеме, кто уже получает бонусы наставника. Но вы можете максимально повысить свой чек с помощью этого инструмента, переведя максимальное количество людей в бизнес-партнеры по клубу 200. Поэтому что важно сейчас, вот до конца августа, что важно вам сделать как наставники, раз, и как клиент, два. То есть вы здесь у нас сейчас на эфире, разные присутствуют люди, кто-то уже бизнес-партнеры прошел по клубу 200, и у вас команда идет по клубу 200, кто-то просто клиент. Поэтому те, кто просто клиент, вам сейчас важно выполнить, успеть 200 баллов сделать в августе. Это первый шаг через интернет-магазин. Второй ваш шаг — на следующий день после заказа успеть, то есть не 31 числа делать свой заказ, а хотя бы 30-го, чтобы 31-го сделать второй шаг, подать заявку на статус партнер на сайте. Если вдруг вы не знаете, где и как чего сделать, у вас есть как минимум вышестоящие наставники. Если вы, например, не напрямую у меня или у Ксении, и у вас нет инструкции, где нажать на галочку по подаче заявки на статус бизнес-партнер, напишите нам просто вот в чате здесь, в чате команды. Это два шага для того, чтобы вы как клиент стали партнером и автоматически пошли по клубу 200. Поздравляю, вы получите на 12 тысяч за 6 месяцев, на 12 тысяч вы бесплатно от компании получите денежные сертификаты и на них купите себе все, что вы хотите. Приобретете, даже не купите, а вам компания это бесплатно обменяете на 12 тысяч чистыми. Второй вариант, если вы уже наставник и у вас есть клиенты в команде. Если есть бизнес-партнеры и они идут по клубу 200, вы их поддерживаете, рассказываете, показываете, что можно по акциям, что можно купить, какие полезные продукты, а что купить еще до 31 числа. Мы еще вам сейчас скажем, почему, где, для чего вам нужно, в какой бьюти-хак вам нужно вступить. Если кто-то еще не доделал свои заказы, сейчас чуть-чуть погодя, доделать, потерпите, чтобы войти. Главное войти. Но есть еще такой вот плюс-нюанс, который улучшит этот показатель, что можно рассказать своим клиентам, как войти в клуб 200, еще и попасть в бьюти-хак. То есть ваша задача сейчас, как наставника, просмотреть, кто у вас еще не был в клубе 200, объясните им, чем это выгодно, что они получают, вот эти 12 тысяч, высылаете им эту табличку по клубу 200, поясняете, что у них 25% максимальный кэшбэк, что если у них там родственники, коллеги, знакомые зарегистрируются, они... Я думаю, что мы сейчас после эфира пришлем информацию, повторно еще пришлем. Ну просто, чтобы вы понимали, как важно сейчас
проинспектировать всю свою структуру, если у вас есть команда, и посмотреть, кто не был в клубе 200, и чтобы они успели сейчас в августе завершить этот месяц, а вы, как наставник, за свою работу, сколько времени вы как бы с людьми работали, вы успели начать получать бонус наставника по 1000 рублей за каждого такого своего нового бизнес-партнера. Поэтому я топлю за бонус наставника с самых первых дней своего прихода в Siberian Wellness. Он мне очень помог, вот знаете, встать на ноги в этом бизнесе. Поэтому успейте тоже это получить сейчас. Потом будет немножко по-другому с 1 сентября. Так, ну и что, теперь вторая тема. Новинка, знаете, жаркая тема, которая родилась... Недавно родилась она спонтанно, очень ярко. Как любые гениальные идеи. Да, и мы спешим сразу это воплощать в жизнь. Ко мне в команду пришла профессиональная косметолог, очень крутая девушка в городе Новороссийске. С медицинским образованием. С медицинским. Работает с энергетикой. И у нее свой салон красоты. И аппаратная косметология, и инъекционная, и энерготерапевт. Работает с эфирными маслами, очень глубоко, работает с Access Bars. То есть такая, знаете, в нашей теме профессиональный косметолог. И мы сами ходим к ней на массаж по телу аппаратным, очень много общаемся. На трансформационные игры. Да, да. Многие, кто следит за сторис, уже это видели. С аромамаслами. В общем, очень интересный человек. И мы ходим-ходим, общаемся, и она смотрит на нашу кожу и задает вопросы, а чем пользуетесь, а как там то-то, то-то, то-то. И у нее так складывается, что есть, так скажем, нюансы, которые ее не удовлетворяют в партнерстве с компанией косметики, которую она рекомендовала ранее, вот в течение 6 лет, для домашнего ухода своим клиентам. И она говорит, а дай-ка я попробую сибирскую косметику. Я ей собрала кейс, она все затестила и сказала, шикарное качество, чистые составы, работающие. Она уже получила свой первый заказ, начала с ней работать со своими клиентами. И говорит, классная вещь, надо брать. И она вчера мне сказала, я была у нее, и она сказала, что одна клиентка, она ей показала коробку эту с продукцией, она говорит, слушай, давай, я тоже зарегистрируюсь, я тоже так хочу. Я хочу продавать. Хочу вот, продавать. Понимаете? И возникла гениальная идея. Думаю, а как же нам знания, которые есть у Ирины в сфере красоты, потому что там просто у нее ну, невероятно, что мы можем для себя подчеркнуть. Мы решили организовать, как говорится, на троих. Проект на троих. Тройничок такой у нас будет. Называется он «Beauty Hack». Первый сезон стартует 3 сентября. Для нашей команды участие будет бесплатное, но будет входной билет. Для того, чтобы попасть в чат предстарта, вот сейчас уже, да, важно сделать свой личный заказ на 100 баллов и более с 25 августа по 31 августа. Только это время есть, чтобы войти и 3 числа стартануть вместе с нами в этом проекте Beauty Hack, где мы просто хакнем систему молодости, красоты, здоровья, минусанем 10 лет по паспорту. Чем для вас это может быть интересно? Первое. Для себя. Узнать фишки, секреты красоты, потому что, ну, у нас очень много женщин в команде. И, конечно, в первую очередь, я это делаю, на самом деле, проект для себя. Мне в этом году 40, хочется, знаете, вот... А мне 60! Хочется вот это вот все не то чтобы законсервировать, да, оставить, а улучшить еще то, что есть. И есть свои знания, которыми я буду делиться, у Юлианы есть свои секреты, которыми она будет делиться в этом проекте, а у Ирины есть свои профессиональные знания. И второй момент, первый для себя, второй момент для вас это может стать классным инструментом и поводом списаться со всеми своими уже существующими клиентами. Возможно, вы продаете продукцию, и люди у вас покупают, да, просто являются вашими покупателями. Предложите им поучаствовать в этом проекте, они смогут зарегистрироваться, сделают 100 баллов, чтобы у них продукция была в наличии, которая будет участвовать в этом проекте, список мы напишем, и вот он ваш оборот. Представьте, 10 человек у вас войдут в проект Beauty Hack. Это плюс 1000 баллов минимум. Угу.
Если вы хотите больше, расскажите этим же людям, этим же 10, что они могут пойти по клубу 200 и получить 25% кэшбэк со всего. Они делают 200. А если каждый из 10 сделает 200, это плюс 2000 к тому обороту, который у вас уже есть. А если у вас есть партнер, и этот партнер сделает то же самое. А если у этого партнера, у вас есть два таких партнера, да, или у него кто-то в глубине, и он 10 клиентов пригласит. Вы представляете, какую вы можете создать оборотную базу за эти 6 дней завершения месяца? Представляете? Кто представляет? Дайте голос, знак, включите микрофончик. Кому заходит такая идея, кто готов включиться и круто поработать? Ой, я уже готова. Кто на молоко забыл? Будем работать. Я готова. Обязательно, уже даже знаю, как это сделать. Подумаем, Саш, подумаем, потому что мужчины тоже приглашаются. Мужчины сейчас хотят тоже выглядеть респектабельно, ухоженно, лощенно, поэтому для мужчин эта система тоже подходит. Все, что мы делаем для себя, это идеально подходит для мужчин. У вас есть свои дополнительные средства, там бритье и все прочее, но что касается состояния кожи, лица, массажа, вот этого всего, это все работает и для мужчин точно так же, как и для женщин. Поэтому нет никаких ограничений, нет ограничений по возрасту, даже если вам 19 лет, вам тоже это подойдет. В общем, от 18 плюс, все, до 851 года. Всем подойдет. Включите. Всем подойдет. Мы готовим просто разрывной хаковый контент, поэтому будем, ребята, в течение недели, то есть у нас неделя сентября с вами с 3 по 10, мы с вами, чтобы в Питер приехать, и нас там никто не узнал, как бы похорошели, помолодели, чтобы мы друг друга не узнали, будем вешать таблички, что это я, давай обниматься. По голосу. По голосу. Будем ходить с табличками, как в аэропорту встречают. Вот, поэтому, ребята, запускаем вот это вот. Вот сейчас я вас приглашаю зарядиться вот этой вот улетной энергией для того, чтобы вы на ней пошли говорить в своих соцсетях, что у нас запускается проект, мы сделаем сегодня афишу. Запускается проект, ты тоже можешь присоединиться. И у вас сторонние люди могут войти к вам сейчас в новички и сделать по 100 баллов, то, о чем Ксения сейчас говорила. Да, я третий хотела момент сказать как раз вот про рекрутинг. Про соцсети. Это может стать инструментом для рекрутинга. Я, знаете, что хочу вспомнить. Когда мы только пришли в прошлом году, в марте, мы запустили первый наш такой вот марафон по детоксу. И там был инструмент, входной балл нужно было взять для себя, чтобы вообще идти по этому марафону, нужно было взять для себя продукцию там, на разные суммы. 50, 100 баллов, 200 баллов. Люди выбирали, какой кейс они берут. И очень хорошо это дало результаты, очень быстро все стартовали. То есть вот эта система, она рабочая. И сейчас мы сделаем нечто подобное, более профессионально, более уже, знаете, зная нюансы бизнеса. Тогда мы это делали, так скажем, на голом энтузиазме и интересе внутреннем, на любопытстве. А сейчас мы это зарядим, подключая сюда еще и профессионалов. Мы сами являемся спецами. Плюс в этом марафоне будут разные темы, такая, знаете, безинъекционная там, пластика лица, безинъекционная мезотерапия. То есть там будут такие прям фишечки, которых в открытом доступе мы не давали. И один из блоков будет монетизация своей красоты. То есть люди, которые будут участвовать в этом бьюти-хаке, они смогут на этом еще и заработать, на своей красоте. Вот об этом мы тоже будем говорить. И это будет вашим инструментом для развития, расширения тех, своей команды, тех, кто в этот проект войдет. В сентябре туда войти, в этот первый сезон, уже будет нельзя. Это будет ограниченное время входа до 1 сентября. Поэтому стартуем в августе, делаем максимально возможное и невозможное. Возможно, все. Вот. А в сентябре уже будет сам проект, мы уже новых туда запускать не будем. Возможно, придумаем какую-то плюшку, поглядим, насколько это будет актуально. Будем тестировать эту гипотезу. Поэтому потом будет Питер, и к нему мы и готовимся. Мы готовим уже лимузин-пати, мы уже начинаем присматривать, мы начали опрос партнеров, кто уже сделал 5000 баллов для входа на лимузин-пати, для получения билета туда.
для тех, кто вот-вот остается немножко доделать результаты. Напомню, какие нужны условия, чтобы попасть в эту VIP-тусовку. Первый вариант – это ты 5000 баллов плюс за август, либо с 1 сентября до 20 сентября. То есть вы можете успеть, если вы в августе, например, новичок или не закрываете 5000 баллов, да, а в сентябре вы прирастаете, закрываете до 20 числа 5000 баллов плюс, у вас появляется возможность также приобрести билет на VIP-тусовку в лимузине. И второй вариант, если вы едете на событие, с вами едет 7 ваших людей. Ваша первая линия, приглашены. Именно ваша, не только вот глубина, если не едет тот, кто, например, вы и кто-то еще наставник, и его люди едут, то эти люди считаются ему, а не вам. Поэтому именно лично ваши. Вот. Так, это вот про Питер все. И у нас, вы помните, завершающий блок нашего сейчас эфира, это копибаллы за лето. Посмотрите, кто у вас в команде, кто июнь, июль и август выполнял обороты от 100 баллов и более, и они могут участвовать в этом конкурсе. И если в этом месяце у них там меньше 100, например, сейчас тоже, вот видите, как важно работать, уметь работать с отчетами. Смотрите, что если меньше 100, а там было там 300, 500, 200, а сейчас меньше 100, то сказать, слушай, ну ты просто теряешь. Вот наша задача как наставников сейчас вот это проинспектировать, кто у вас в команде. Угу. Вот, поэтому вот все, что мы сегодня хотели сказать, это завершаем август, бонус наставника Клуб 200, новый наш проект Beauty Hack, информация будет сегодня в нашем чате, а вы можете уже говорить об этом своим партнерам. Санкт-Петербург, и копи баллы за лето. Все. Вы это все знаете, поэтому наша задача сейчас на планерке была вам об этом напомнить. Фокусироваться. И, да, прям себе запишите. 4 пункта, как в том анекдоте. Сейчас вам в завершение расскажу анекдот. Значит, семья, немножко придурковатые, и мама сыну говорит: сынок, сходи в магазин, купи 2 предмета, творог и сметану. Сынок, угу. Пошел, час нет, два нет, приходит с клюшкой. Мать на него смотрит, говорит: сынок, ну я ж тебя просила, 2 предмета, где шайба? Поэтому вот сфокусировались и на 4 предметах, взяли и клюшку, и шайбу, творог, и сметану. Я хочу еще оставить, подожди, я пожалуйста. Хочу открыть список. Все все равно тут сейчас видно. Я хочу сейчас, знаете, как сделать? 5 минут обратной связи. Да. Какие есть вопросы? Вот это и я мы, хотела да? сделать. Вот, я все сделала. Думаю, какие есть вопросы, какие ваши мысли? Как вам вообще идея вот такой программы Beauty Hack? И кто едет в Питер на VIP-тусовку? Включаем микрофон. Давайте пообщаемся. Если кто-то может включить микрофон и видео включить, вообще будет классно. Включайте с видео. Давайте повидаемся. Анечка Войнова, я вижу, что включена. Так, да, всем привет большое. Большой привет, девчонки. Хочу на Beauty Hack. У меня такой вопрос. Я правильно поняла, что... Туда вход будет бесплатный, активация 100 баллов. Супер. Я иду и веду с собой своих. И еще вопрос. Есть ли афиша? Готовится. Сейчас сегодня это будет свежие афиша. Горячие пирожки. Да. Супер. Да, я за весь кипиш. И в лимузин я тоже буду. До встречи завтра. Готовим шампанское. Да. Так, кто готов? Александр, привет. Александр, ставь камеру. Спасибо, друзья, с видео не могу, но хочется поблагодарить, во-первых, всех тех, кто посмотрел мое выступление по просьбе Юлианы. Я записывал 20 человек. Соответственно, я получил обратную связь, что то, что я сказал, очень ценно. Вот. Я пойду на Beauty Hack, но не сам, а приведу туда клиентов просто.
Но зайду туда, я уже зашел, потому что ночью 25-го был заказ на 220 баллов. То есть я уже там, по большому счету, оно подсчитывается, да. На VIP-тусовке я буду, реально мне нужна обратная связь, получится ли с креслом. Будем если узнавать. Да, то ну, вот этот момент надо узнать, да, получается. Да, вот. Да. И как бы, если даже нет, то возможность организоваться будет. Вот, ну, и вопрос по поводу награждения. Там оно будет, вот, ну, да, там, где значки выдают и все прочее. Это да. Будет на событии или нет? Да. Комната, отдельное помещение, где будет выдаваться награды. Это надо будет ага. до мероприятия. Нет, это вот 5000 баллов, это другое. Они баллов получают на сцене. Саш, будет дополнительная информация в сентябре, не переживай. Будет, да, я понял. Скажут, вот. Покажут хорошо. Все, что получат. А какой-то отчет какой-то нужен о... В том, что 200 баллов уже есть или чего. Как мы там войти? Да, напишем по отчетам, инструкцию пришлем. Угу. Спасибо большое. Ну и мама передает вам привет. Ой, большой привет маме. Да, отправит вам подарок. Окей, то есть я приеду. Да, я приеду с подарком с вами. И еще один момент хочу сказать. Хочу сказать, что... Что? Мама, поехали с нами. Пусть на события. В лимузин. Да. Ну, я предлагал на самом деле. Вот, и еще хочется сказать, что обратите внимание, что я еду с новым человеком на события. То есть в прошлый раз я был с другим человеком, которого я не знаю. Тот же самый принцип, только мы познакомились раньше. И работает по принципу сетевого. То есть я знакомлюсь с человеком по рекомендации кого-то, рассказываю, какие опции он получает, да, допустим, там, как он поедет, на каких условиях. И вы то же самое можете. Но для того, чтобы там оказаться, мне пришлось поговорить с 20 людьми. То есть, ну, кто-то отказывается, кто-то нет. Тот же самый принцип в сетевом. Вы рассказываете, люди могут принимать разные решения, но на мое состояние эмоциональное, ну абсолютно никак не влияет. И второй, и еще один момент. Когда я принимал решение двигаться в этом лимузине и всем прочим, я участвовал во всех движуха, которые были в течение всего месяца. Это, конечно же, копибаловый залет. У меня закрыт на данный момент топовый подарок уже сейчас. И еще а там уже... Сколько ты уже накопил? Сколько у тебя баллов за лето? Ну, я думаю, где-то 3900, что-то такое. Получается. И, да, я еще смогу... Помню всем, человек с ограниченными возможностями на инвалидном кресле. Вот, далее, значит, это то, что по премиальным продуктам был бонус. Я забрал этот бонус в размере 3200 рублей. Просто сверху прилетело на бонусный счет. И эти деньги я могу обратно инвестировать для того, чтобы купить продукт и продать. То есть, да, сколько что, у тебя продажи? Продажи в этом месяце ты вот на сегодняшний день. Сколько ну, вы знаете, вот я записывал вам ну, где-то 220-230 тысяч рублей. Что-то 230, вот такое. Продажи. Посчитайте, сколько чистого дохода, друзья. Что-то в таком варианте. Вот. А о чем я хочу сказать, что все статусы, которые я закрывал, да, серьезные, там, бизнес-тем 2,5, бизнес-тем 5, 10 тысяч даже было. Я в эти месяца брал вообще все. То есть важно что делать? Важно лететь на гребне волны
читать все, что прилетает, понимать, как ты можешь это сделать. Если не знаете, пишите наставнику, он говорит, сделай то, сделай все, получится вот так. И если вы постоянно летите вот в процессе всего, то все это вкупе делает квалификацию. Вот это важно понимать, что нельзя выпадать, да, из всего. Если по какой-то причине вы... Быть включенным в эти процессы, все верно. Да, то есть и у меня, соответственно, закрыто клуб 200 был, клуб 1000 сертификат я тоже забирал. То есть я забирал быстрый старт по 5000 баллов, 2500 баллов, там тоже был сертификат на продукт, забирал. 10000 быстрый старт, забирал. То есть максимально все вместе собирается и получается серьезный результат. Когда он у вас есть, вы забираете все. Вы спокойно, вот я просто на расслабоне говорю, послушай, я сделал все. Человек на меня смотрит и говорит, а сколько это денег? Я говорю, ну вот там, получается где-то 500 000. Он такой, обсудил, да? И я еще ему говорю, ну вот в самом конце года. Я тебе предлагаю подготовить, я думаю, когда мы собираемся командой в Питере, у тебя будет отдельное слово. На какое-то да. время скажем, насколько тебе подготовить будет вот такое обучение, пояснение. 25 числа. 25 числа. Команда да. Кстати, вот... 3-го планируем, друзья. Да, спасибо. Тебе большое. И я думаю, нам надо, вот, чтобы другие люди тоже успели сейчас сказать свое мнение по тем конкурсам, вызовам, завершению месяца относительно вот нашей планерки сегодня. Кто-то еще... Спасибо большое. Спасибо, Саш. Кто еще берет микрофон, друзья? Давайте, команда. Что у вас за... Добрый день. Давай, Оксаныч. Можно я, да? Оксана, сколько у тебя сейчас срок? А, 7,5. Сколько? 7,5. 7,5 месяца, друзья. Я почему спрашиваю специально, публично, чтобы вы понимали, какие люди, в каком состоянии делают бизнес, что нет ограничений. У Ани Войновой, которая сейчас брала микрофон первого, 3 детей. Ремонт, новая квартира, она там красим, белим, вот это все. Саша на инвалидном кресле, Оксана Ремизова на сносях там вот с музыком. Давай, Оксан. Да, поэтому я не встречусь с вами в Питере, а очень бы хотелось, потому что да, я уже буду нетранспортабельно. Но я участвую во всех вызовах и иду в бьюти-хак обязательно, потому что я вот ждала сделать заказ, как раз у меня там на примялочку есть заказ свой личный, да, и я прям хочу вот сегодня сделать его, обязательно там больше 100 баллов будет, поэтому я захожу и обязательно расскажу своим всем тоже участникам в команде об этом крутом конкурсе. Вот, копибаллы тоже участвую, не подсчитывала, честно, сколько у меня там скопилось. А что вот. Хочешь получить, выбрать? Самый-самый крутой подарок. А ты вот посчитай, чтобы, знаешь, у тебя не получилось, что у тебя 1 балла не хватит до самого крутого, и как бы пролетали да. из всех стран. Сегодняшний заказ может стать для да, тебя... Да, сегодняшний заказ я обязательно, да, скорректирую на этой да, почве да, все. Прочитайте. Я вам очень благодарна, что вы всегда просвещаете, всегда подсветите там, где нужно, вот эти мелкие, да, какие-то нюансы, да, бывают, все... до последнего, да, как с Ксюшей мы в прошлом месяце были тоже, да, дрались там за последний балл. Мы всегда за вас. Что-то не складывается, где-то какие-то непонятки, вы знаете, что ваши наставники всегда за вас.
Да, это очень чувствуется, это очень сильно помогает. Я вас очень люблю и благодарю за это. Я так счастлива, что именно в вашей команде. И да, всем скажу, что все возможно вообще, как бы в любом вообще ракурсе, пусть там невысокие баллы, ранги, да, но все будет, то всем по мере своих сил обязательно придет, и надо просто идти мелкими шагами или большими шагами, у кого какие, но что-то делать каждый день. И обязательно, да, вот этот посыл, когда ты в служении людям находишься, и это все считывается, чувствуется, с каким посылом мы подсвечиваем, предлагаем, да, где-то что-то как-то. Да, благодарю спасибо. Вас. Спасибо, Саночка. Спасибо, Саночка, мэм. Ой, а можно я? Давай, Ирочка, давай. Ой, так приятно видеть ваши лица. Довольно. Она бы тоже тебя хотела свечать. Включай камеру. Включай камеру. Блин, да я дома такая тут это. Так и мы дома. Нет, вы слишком красивые против меня сегодня. Хочу быть такой же довольной, как вы, от своих результатов. Прям вообще мечтаю об этом. Питер, конечно, еду. Еду не одна, это классно. Вот. Я, кстати, раньше в предыдущей компании не особо любила ездить. Меня все время, если честно, заставляли. Ира, надо. А тут у меня какая-то прям невидимая такая сила меня несет туда к вам. И вообще... Учитывая, что Ира была в прошлом году, тоже была в Питере, знает, о чем она говорит. Еще более масштабно. Была в Питере, опять... очень понравилось. Не знаю, то ли правда энергетика такая у вас такая, что прям хочется вот куда вы, туда прям за вами. Тянет меня, тянет к успешным, к таким людям. Именно вот с позитивным настроем, вот с любовью, прям это чувствуется. Это прям, ну этого точно не отнять от вас. Про бьюти-хак услышала, конечно, очень хочу. Сейчас прям сделаю заказ, сидела, формировала. Потому что фишечки хочется знать. Я уже бабушка. И мне надо что-нибудь интересненькое, чтобы я была. Бабушка вообще, конечно. Молодой и красивый. У нас будет, вот сейчас мы первый сезон сделаем такой пилотный проект, одни ракурсы раскроем. Потом будет второй сезон, не знаю когда, но он уже в планах есть. Возможно, это будет на октябрь. Вот, мы будем привлекать самых топовых людей, у кого есть секреты красоты, кто свое сохраняет и знает как. И будем привлекать для того, чтобы делились. Потому что Ира выглядит тоже потрясно. Ну, там слово бабушка и Ирина рядом вообще не стояли. Вот, и хочется, чтобы так было очень долго, чтобы до прабабушки. Да. Будем такой же молодости. Вот, поэтому я, конечно, услышала, очень этому обрадовалась. И прям хочу-хочу что-нибудь такое интересненькое знать. А так работаю, прям работаю, хотя... Что мы подумали и решили, что у нас на этот проект захотят люди из других команд. И мы сделаем для них, будет просто платный вход 2000 рублей, то есть для нашей команды это бесплатно, просто ваш заказ по-любому, мы это делаем. Заказ любой, но мы предоставим там список продукции, которую было бы желательно... на бьюти-хаке использовать. Поэтому, если не знаете что, то мы вам подскажем, что заказать, чтобы у вас это было, если вдруг нет. А для тех людей, у кого, возможно, в ваших чатах, каналах есть люди из других команд или вас смотрят в соцсетях люди из других команд, вы там тоже напишите объявление, что вход для дружественных команд 2000 рублей на этот марафон. Это, кстати, знаете, это повышает ценность того, что наша команда участвует бесплатно. Да. Вы своим людям будете говорить, ты участвуешь бесплатно, ты просто покупаешь себе продукцию, какая тебе нужна, просто 100 баллов делаешь, присылаешь отчет. Слушай, а мы можем, знаешь, как сделать? Если вы не делаете 100 баллов, то 2000 рублей вход. Да, можете, можем, можем сделать, кстати, так. Если у вас есть клиенты, которые не хотят регаться, давай так и оставим. Давай, да, что все, да, для, да, всех, да, для всех сторонних, не только там, да, из команд других там сибирского, а для всех людей, желающих. Если вы не в нашей команде и без заказа в эти дни, вход 2000 рублей. Да. Ну вот да, тогда раз... сделать сразу, чтобы прям рассылочка такая была понятная. Да, для сейчас, ребятушки, сейчас все вот... Создадим, готовим, создадим. Мы же гениальные и скоростные, у нас все вот. Перед тем, как сейчас мы просто к двум часам едем в спа,
Сегодня день Бали у нас в спа-салоне. В общем, мы едем туда на массаж, на ванну, на релакс. До 2 часов нужно просто сейчас все вам подготовить, поэтому мы немножко тоже ускоряем. Так что хакаем, друзья. Кто еще? Кого еще зарядили? Наша планерка. Давайте, сейчас вот кто последний микрофон берет. Все приветики. Все приветики. Давай. Я извиняюсь, я попала уже на последнюю ступеньку. Так, это, краем уха услышала что-то. Ну, у меня вчера был день рождения, сегодня никак не могу как бы это. Аплодисменты, извините. Это про то, что бизнес-люди строят в разных состояниях. Беременные, на кресле, в день рождения. Бабушки. Да, поэтому, ну, вы знаете, я с вами. Я всегда с вами. Вот. Всех вас рада видеть. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Спасибо. Очень много из нашей команды приятных слов мне написали в личку. Хочу отблагодарить тех, кто мне написал, пользуясь таким вот случаем, пока планерка проходит. У нас очень душевная группа, да. Да, сейчас я прохожу у Юли обучение, у Юли, и мы проходим вот как бы эти этапы, и вот я понимаю, это, наверное, вот в этот период обучения мне это нужно было, вот как-то зарядиться, наполниться там, родиться в этот момент. Конечно. Много лет назад. Вот. Ну, что я вам хочу сказать? Я всегда 2, 4, 5 руками. Я с вами, я рядом. Я не могу по-другому уже. Давай. Кто-то еще? Вот кто, может быть, какие-то идеи или еще какие-то мысли у вас по этому поводу? Давайте, завершаем. Девочки, ну давайте уж, раз я начала, давай. Давай. Да. Ну, значит, мы завершимся. Ну, хочу вам сказать, благодарю огромное. Но всегда прикольно участвовать в каких-то движах, да, потому что это очень сильно увеличивает энергетику лидера с любой группировки, да, там 3 человека у тебя, или 3000, или 3 миллиона, неважно. И человек вот на вот таком приподнятом настроении, у него намного круче все получается, нежели чем просто, даже если та же самая информация, но без настроения. Поэтому очень важно заряжаться перед каким-то принятием важного решения, даже перед рассылкой. Вот, благодарю за заряд бодрости, энергии, прилив сил. Сейчас как прильет, сейчас как вылью на своих. Буду сейчас, конечно, общаться с командой, рассылочки делать, потому что многие спят вот в этом ожидании школы, кто-то ушел в себя, в пещеры, в подполье. А у меня в этом году 2 школьника, поэтому мне придется тоже как-то это все делать. Поэтому, друзья, спасибо вам большое. В любом случае, я благодарна, я с вами. Спасибо, спасибо. На этой высокой ноте завершаем планерку. И пошли готовить все афиши, чтобы максимально быстро вам все успели прислать. Сегодня мы успели, начали заряжать наш новый проект. Дальше. Представляете, мы можем сейчас просто X2 сделать каждый к тому результату, который есть за 5-6 дней. X2. Вы можете. Все. Целуем, обнимаем, летим дальше. На связи.